Всем доброе утро, сейчас 5.08, сижу, монтирую первое видео на тему коронавируса. Всем привет, друзья, 2 недельки за свой счет, сегодня пятница, осталось полчаса, собираем вещи и уходим домой. Звонил только что папе, спрашивал, как там ситуация в Новой Каховке с продуктами. Он сказал, вообще никаких нет проблем. А магазин «Маяк» без проблем. Он только что, 5 минут назад он вернулся оттуда. Говорит, продуктов много, цены такие же самые цены. Ну, то есть, ну, как бы нету такой паники продуктов, вот как написано на Фейсбуке и как все тут обговаривают. Вот. В Новой Каховке все в этом плане порядок. Магазин «Маяк», пожалуйста, в помощь, приходишь, покупаешь все, что тебе нужно. Единственное, что он говорит, да, люди, конечно, скупаются пачками. Скупают гречку, там, крупы, масло, там, конфеты, печенье, чай. Люди нагребают все пачками, упаковками. Но опять-таки, с таким же успехом товар туда и завозится. Потому что он говорит, пустых полок я не увидел. Такое ощущение, ну, вот как на тему туалетной бумаги. Да полно туалетной бумаги, салфетки полно, порошка полно, чая полно. Крупы, мука, все в наличии. Так что, ну да, поменьше опять-таки смотрим Ютуба, да, поменьше смотрим ТСН, поменьше смотрим Фейсбук, листаем, потому что там, конечно, вообще ужас. Я начинаю листать там страницу Фейсбука, это просто какой-то апокалипсис. Сейчас, конечно, я поеду в город, ну не в город, а, наверное, на Таврик. Здесь ближе мне с работы, и, наверное, просто покажу вам и расскажу, как вообще в магазинах в Херсоне все это происходит. Вот. Ну, не похоже, что там 10 человек, но и не 50. Да, кстати, вот за моей спиной стоит маршрутка, я тоже хочу сказать, там, наверное, человек... Да, человек 10, наверное. Сейчас пятница, 3 часа дня, и мы можем наблюдать, что на остановке, видите, 4 человека сидит. В трэше на Таврическом, напротив Билы, продуктов уйма. Такой паники я не увидел в магазине. Да, есть люди, ну, каждый покупает, как обычно. 2 огурца, 2 помидора, там люди берут 1 килограмм картошечки, кто себе там хлеб покупает, майонез, пивко, чипсики. В Новой Каховке, в магазине «Маяк» продуктов очень много. В Херсоне я был только в одном супермаркете «Трэш». И там тоже все в порядке с продуктами. Конечно, страшно смотреть ТСН и листать ленту Facebook, потому что там просто вообще какой-то лютый апокалипсис творится. Да, согласен, я сейчас буду 2 недели сидеть дома, я ушел за свой счет. Сейчас нужно соблюдать первое. Это экономить деньги, ограничить общение с людьми. Будьте бдительны, считайте деньги, пишите списки, идя в магазин, не покупайте все подряд. Будьте расчетливым. И не паникуйте. Ну и, конечно же, хочется пошутить на тему туалетной бумаги. У тебя наверняка была такая ситуация. Ставь лайк. Приезжаешь к бабушке, в конце огорода туалет. Заходишь туда, слева учебник физики, химии или алгебры. Ребят, на тему вот Таврия Безом за моей спиной. Кстати, много машин, и внутри в Таврии Б тоже очень много людей. Паники я не видел, продуктов очень много, товары в огромном ассортименте. Так что пока на 20 марта в Херсоне все спокойно.